Здравствуйте, дорогие друзья, клиенты, а также подписчики. Рада приветствовать вас в арт-бутике нишевой парфюмерии Mon Parfum. И сейчас, в сезон отпусков и путешествий, хотела бы сделать сегодняшнюю нашу парфюмерную встречу особенной, приятной и запоминающейся. Сегодня у меня есть для вас очень интересный сюрприз, аромат от украинского нишевого парфюмера Богдана Зубченко. Эти ароматы очень интересны своей концепцией. Прежде всего, на каждом аромате стоит его порядковый номер и с названием «Аллея». Это очень интересный нюанс, так как сам автор говорит о том, что «Аллея» – это счастливый жребий и удача. Соответственно, каждый из ароматов, вероятно, и создателю, и его обладателям приносит ту самую пресловутую счастливую удачу. И хотелось бы сказать немножко о самом парфюмере. Богдан Зубченко – это прекрасный, разносторонний, развитый, гармоничный человек. И, соответственно, его мир парфюмерии в какой-то базе перекликается немножко с основными, самыми топовыми ароматами дома Guerlain. Но на самом деле Богдан Зубченко в своих ароматах сделал такие красивые композиции, объединил такие компоненты, которые все-таки даже, как говорится, ученик превзошел своих учителей. И сегодня аромат «Паричка» – это аромат, который отражает всю красоту, всю наполненность, всю радость, наверное, и всю красоту нашего края, всю красоту Украины. Здесь в верхних нотах ревень, который придает ему вот эту вот свежесть и горьковатость. А также, исходя из названия, красная смородина, та самая «Паричка», которую мы произносим на одном дыхании. Дальше в сердце есть нотки зеленого яблока, а также цвет ландыша, что придает аромату мягкость. Изначально он такой весь искристый, лучистый, он свежий, в то же время в нем есть небольшая горчинка. И в базе у нас камыш, белый кедр, что очень придает ему такую вот остроту, но в то же время ваниль и мускус объединяют какую-то такую, то есть он очень красиво ложится на кожу, он мягкий, он нежный, он подойдет абсолютно для тех, кто любит и свежие ароматы, и для деловых людей, и аромат для себя, для прогулки, для какой-то радости. В этом аромате объединено все, и вот я стою, постоянно звеню, не случайно, я очень балдею от этого звука, потому что Богдан Зубченко решил сюда положить вот такие вот хрусталики, три хрусталика, я думаю, это тоже на удачу, три число счастливое. И такой аромат, им очень приятно и пользоваться, и очень приятен вот этот вот звук. Обратите внимание, в каких красивых упаковках хранятся эти ароматы, да, то есть тут продумано все, здесь такая красивая печать, да, то есть как бы ваш аромат, вы открываете флакон, вы словно выпускаете парфюмерного джина, потому что это всегда радость, это всегда наслаждение, и это всегда какое-то удовольствие. Приходите к нам в арт-бутик нишевой парфюмерии Mon Parfum, в торговый центр Кубометр, и обязательно ощутите на себе украинское дыхание прекрасного аромата, можно сказать, даже практически в национальном стиле «Паричка», как на одном дыхании. До встречи!